Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Call of Duty. Итак, у нас высота 4.9.3. Почему такая, я не знаю. Мы все еще ждем Пирсона. Никто не знает, что он будет делать, но послужной список у него не идеальный. Будь ты здесь, Пол, ты бы вправил ему мозги. Надеюсь, Цусман и Аела продержатся, пока мы не снесем те пушки. Итак, а вам хочу напомнить, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. У меня, по-моему, все Call of Duty собраны. Удивительное приключение бойцов. И галактических, и во Вторую мировую. С вашего позволения, сэр. И в наше время. Может, нам лучше двинуться к точке сбора? Нет, рано. Пирсон дойдет. Сэр, это слухи, что Пирсон всех погубил на перевале Касселина. Знаешь, Дэнниц, когда у тебя будет взвод, ты поймешь, что есть два пути. Плохой и жуткий. Но ты думаешь о своих. И все преодолеваешь. Знал бы это Пирсон. Сержант Пирсон. Молись, чтоб не быть на его месте. Лейтенант! Получили сообщение от Лейкера. Они атакуют холм 493. Пирсон с ними. Что? Он взял наших и второй взвод. Вперед, ребята! Только вперед, разум зовет. Бу-бу-бу. Может, Пирсон все еще у подножья холма? Полагаю, мы его давно прошли. Зашевелитесь, черти! Кажется, это наши. Дэниел. Ты как? Я в порядке. Где остальные? Пирсон повел их атаковать орудие. Мы просили подкрепление. Упрямый сукин сын. Мы за вами вернемся. Быстрее, мы им нужны. Так, что у меня за второе оружие? Стоять. Вот так. Артобстрел, ложи! Что там? Подход в пути нет. Придется подниматься на пол. Не высовываемся и двигаемся. Давай, 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 вали их всех. Эу-эу, бу-бу-бу. Жи-жи-жи-жи, гу-гу-гу. Это песня про энцефалитного клеща, кстати. Мы играли тут с сестричкой. Побежали за лисичкой. Убежали. Мы в лесок. Там, где тонкий колосок. Это кто там на листу? На зеленом на листу. Эу-эу, жу-жу-жу. Г-г-г-г, бу-бу-бу. Вот так вот. Стихотворения приходят в наш мир. Кстати, берите на заметку, в школе можете рассказать. Не отмажутся. Стихотворение, стихотворение. Если скажут, не подходит, эу-эу, вот про лисичку, про сестричку. Ой-ой-ой. Давай-ка, ну-ка, перезаряди. Да как в тебе три патрона нахрен? Пулемет уничтожен! Блин, пулемет-то уничтожен, но... Я-то тоже! Тихо. Справа! Они прижали нас! Справа. Так. Ну-ка, дайте-ка я подлечусь. Я еще раз подлечусь. Возьму патроны. Дымовая граната! Так, вот вроде неплохо, да, иду? А где? Я вообще просто то, что вижу, то и в той стреляю. С ними покончено. Уничтожь его. Замол,
А ты-то за каким хреном ты-то вообще здесь нужен? Если я все без тебя могу сделать. Давай, давай. Тебя видеть, дружище. Берем боеприпасы. Выполняем задание. Надо пустите меня. Инженеру взорвать тот бункер. Это еще не конец. Дэниел, сопровождай Паркера, чтобы он мог заминировать бункер. Есть, сержант. Ни хрена себе, мина. Пригнись и пошли. Давай. На. На. Огневая точка бункера подальше. А что, тебе знак надо еще? На тебе знак. Паркер, вперед! Я пошел, прикрывайте! Конечно, давай! Дэниел, разнеси этот пулеметный бункер! Пулемет нейтрализован! Теперь можно двигаться! Конечно, можно! Блин, ты такой олень, вот честно тебе скажу, вот ты такой олень! Пригнись и пошли! Живее! Огневое прикрытие! Огневое прикрытие! Давай! На! На! Где ты? Козлина! С шашкой! Паркер, вперед! Давай, вперед! Продолжайте огонь по пулемету! Огневая точка бункера подальше! Вперед, быстро! Давай! Подожди! Парни, прикройте меня! Иду за зарядом! Давай, подожди, подожди! Да подожди вы! Бля! Честно скажу, он такой дебил! Пригнись и пошли! Живее! Надо подавить пулемет! Огневое прикрытие! Вперед, вперед! Это твой шанс! Паркер убит! Дэниел, бери взрывчатку и закончи дело! Парни, прикройте меня! Да. Я не могу за зарядом! Есть! На! Гранату! Я займусь! Прикройте меня огнем! Все! Установил! Заряд установлен! Назад! Бам! Бункер за... Швыряю гранату! Заходите! На! Мало ли кто там... А так уж наверняка будем. Мы выполнили задание. Сколько? Был приказ занять этот холм. Надо было подождать нас. Времени не было. Так что с людьми? Был приказ. На. Пошел ты со своим приказом. Замечательно. В ответочка будет? Знаешь, я этого хотел. Мы шестеренки в машине, Джозеф. Если будем делать, что хотим, весь механизм сломается. Подумай об этом. Это люди. Наши люди. Об этом ты подумал? 150-ки по-прежнему бьют по нам. Вперед! Давай. Дэниел, впереди артиллерия. Нужно открыть дверь. Пойдем. Опаньки. Да опаньки, да потушеньки. Я не понял. Ни хрена себе. Я-то думал, там хоть какие-то наши есть, я не знаю. Граната! На. Кидаю гранату! Давай. Да блин, падла. Что-то чувствую, этот штурм какой-то не такой.
Так. Патроны взяли. Кто-то чем-то хреначит очень хорошим. Блин, только перевязаться хотел. А где мои мины, которые это минная поддержка-то? Давай. Давай. Вот, держи. Вот так. На. На. Давайте перебинтуемся. Что у нас там есть? Враги убиты! Дэниел! Подорви орудие термитным зарядом! Все, подрываю! Побереги! На! Термитным зарядом! Впереди еще пушки! Не останавливаться! На. Давай-ка вот так. Я даже не понял. Ну, меня сильно, конечно, размотало здесь, ну. Прямо по курсу бункер! Впереди еще пушки! Не останавливаться! Так. На. Да не то. Подойди. Что ты мне дашь? Для патронов хоть отбавляй. Опаньки. Вот так сойдет. Сейчас, подожди. Хоть и не да. Хоть и бьет. Подожди. Еще кто есть? Блин. Бежим. Не останавливайся. Враги убиты. Взорвем последние пушки. Давай. Что тут надо? Почему последний? Это я с другой стороны тоже видел. Заряд установлен. Бунг. Должно хватить. Мы с Пирсоном отвлечем огонь на себя.
скорее! Подожди. Ой-ой. Бля. И ни одной гранаты нету, чтобы вас захреначить-то. Подождите. На. На. Еще. Подожди. Блин. Бросай! Держи! Сержант, дайте их позиции! Где мы патронов, сэр! Держи, держи! На! Куда я тебе термита бросил, Даша? Танк еще работает. Знаешь, что работает? Конечно. Должно хватить. Мы с Пирсоном отвлечем огонь на себя. Дэниел, заложи термитный заряд. Сзади, мамуя. Скорее. На. Блять! Ладно. Танк еще работает! Вражеское подкрепление! Подожди минутку. Подожди ты, а как я должен был еще? Танк еще работает, знаю, что работает. Танк еще работает! Вражеское подкрепление! Укрытие! Кто там? Еще немного. Блять, я понять не могу, что надо делать. Ну, сейчас разберемся, подождите. Танк еще работает! Вражеское подкрепление! Вот это немцы, это точно знаю. Давай. Проклятие! Сколько пафоса в своих словах. Еще. Уходим в другую сторону. Блять. Вот же есть, которые мины-то. А, это гранаты. Заложить. Сейчас закладем. Ага, два термита. Так, это все по сюжету идет.
второй, да? Или это наш? К нему попали! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Расстреляли. Молодец! Я с тобой, сынок. Сынок! Лейтенант! Давай. Хрен тебе. На. Вот тебе американские швайны. Ты слышишь? Живой? Ну, весь в крови, весь. Я не выживу. Брось меня. Я с тобой. Иди. Подожди. Что-то не понял, куда мне надо было. Давай еще разок. Я не выживу. Брось меня. Да, размечтался. Иди. Мы не справимся. Давай, давай. Вот так вот. Вытащил. Спасти рядового Райана, блин, уже который раз. Нужно уводить отсюда, ребят. Нет, мы продержимся. Вы должны отступить. Нет, мы вас не оставим. Поднимите меня, я их задержу. Уходите живо, живо! Мы не забудем. Нет слишком больших жертв. Давай. Назад! Бегом! Вот так биоорганизм. Самопожертвованием решил заняться. Чтобы другие организмы жили. Вот так вот. Как-то так. Не мог в гранату-то попасть. Ну? Сэр, я подумал, вам это больше нужно. Ты ошибся. Видишь ли, это новый мир, Дэнис. Мой мир. И будь уверен, я выполню свои обязанности в полной мере, как бы там ни было. Теперь ты мой заместитель. Будешь поддерживать меня на 1000%. Естественно. И обеспечишь мне такую же поддержку у всех. Если не доработаешь, ответишь по полной. Все, прочь с моих глаз. Ну, конечно. Свалил у меня, короче, обязанности половина. Тёрнер погиб, прикрывая нас во время отступления. Мне нелегко писать об этом и жить с этим. Он помог нам выбраться и защитил колонну, так что он погиб не зря. По крайней мере, я в это верю. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Как вы видите эту ситуацию самопожертвования? Ну, на этом все. Пока.